Родимова самая большая неожиданность. Самый любимый футболист Москвы медленно опускается вниз. Непонятно одно, куда подевались те самые голоса, которые при телефонном опросе поддерживали Владислава на первой строчке. Возможно, все армейские фанаты поразъехались отдыхать. Возможно, переключились на хоккей. Факт один. Кумир падает. Надо что-то делать. Тоже играл в футбол и в Ахмедовском дубле было даже не страшно. Еще раз смотрим. Антонович бьет. Владислав Радимов. И опередил его момент. Вот он очень напомнил. Видите, что можно сравнение будет с недавним финальным матчем. Вот также Масаров. Помните, когда первый гол забивал? Савичевич, а Масара оказался в нужном месте. Вот так же и Радимов оказался, опередил Мамедова.